Ну вот, номер готов. Сегодня у нас в этот номер ранний заезд. Ранний заезд, поздний выезд у нас в Жар-птице платные. Стоимость до 3 часов 1/4 часть суток проживания, до 6 часов половина стоимости суток проживания. Ну а если больше 6 часов, то стоимость полная, 100%. Знаю, конечно, и представляю ваше возмущение по поводу этого правила раннего и позднего заезда, что это платное все. Но ну, все-таки за удобство нужно платить. Вам же удобно, если вы приезжаете раньше времени и получаете все удобства и весь комфорт. Ну, то, я думаю, логично за это заплатить. Вот. Ну, а если вы, допустим, приезжаете раньше, то можно, конечно, оставить сумки в холле, например. Вот, и пойти погулять до времени заселения. Ну, на эту тему еще вот вам могу рассказать случай. Вот недавно прям было у нас отдыхают гости на полных правах. Они проживают в процессе своего отдыха. Как нам сказали, наконец-то свободный бассейн. Но тут приезжают гости, причем наши постоянные гости, которым нам было неудобно сказать, что нет, мы вас не пустим, что, пожалуйста, оплатите ранний заезд. Вот, и наши вот эти постоянные гости приступили к активному отдыху. Они были с детьми, они такие у нас активные, очень эмоциональные, и они, конечно же, первым делом в бассейн. Ну и получилось, что тем гостям не удалось уединенно побыть у бассейна, хотя эта возможность у них вполне была, если бы не приезд ранний вот этих вот гостей. Вот, поэтому, если же уж так получается, что вы приезжаете и на полную катушку уже отдыхаете, то ну надо эту все-таки услугу оплатить, так будет честнее, справедливее, и мы не будем, как говорится, ну, и у нас не будет осадка от вашего нахождения здесь в Жар-птице. Еще про ранний заезд. Вы, наверное, замечали, что мы стараемся гостей встречать и провожать как близких, как родных. Вот. И получается, как бы у нас прощание обычно затягивается на какое-то время. Мы стараемся уделить внимание, поделиться впечатлениями об отдыхе. Вот. И когда гости приезжают раньше, получается так, что мы уезжающим не можем уделить внимание проводить их, и при этом и не можем уделить внимание вновь приехавшим, потому что и получается, что разрываешься, и нет вот этого чувства удовлетворения на общение с гостями, потому что мы тоже получаем удовольствие от общения с вами. И каждый ваш отдых, каждое ваше впечатление для нас — это наполнение доброй, светлой энергией. Поэтому хочется, чтобы вот оно и встреча была яркая, и вот эти проводы тоже были как с родными. Приезжайте в Жар-птицу.